Что случилось? Там что-то есть. Я ничего не вижу. Что? Свобода. Я об этом позабочусь, оставайся здесь. Все в порядке, выходи. Ты Джек, брат Боба. Знаешь Боба? Ты должно быть Эдди. Получил. Я рад тебя видеть. Боб был с тобой? Я потерял его, когда появились мутанты. О. Мне жаль. Я рад, что у тебя все хорошо. Здесь опасно, иди на взлетную палубу. Будь осторожен, сержант. Спасибо. Спеши. Yeah.
Боб, надеюсь, все в порядке? Чтобы отключить систему перехвата, тебе нужно в оружейную комнату на 6-й палубе. Будь осторожен. Что ты делаешь? Очень поздно. Хэндл, почему ты не атакуешь вертолет с парка? По приказу из центра. Отключи перехватывающую систему и останови корабль. Хэндл, отвечай. Повторяю, отключи перехватывающую систему и останови корабль. Я сержант Инглс из парка. Спарк, порядок? Наш вертолет был сбит во время посадки. Что, черт возьми, происходит? Что происходит? Отвечайте. Центр. Черт!
Oh, my God.
Thank you.
Что ты делаешь? Джек! Сэр, это Джек. Доложите об обстановке. Сэр, я направляюсь к мосту. Переход в коридор на вторую палубу закрыт. Капитан Ланг сейчас пытается открыть его. А я ищу подходящие диски. Есть. Кажется, компьютер взбесился. Кто знает, что будет дальше. Я разрешаю вам применить бомбу Т-7. Можно применить бомбу Т-7, чтобы убирать преграды и атаковать врагов. Но осторожнее, чтобы тебя не зацепило взрывом. Они хранятся на первой палубе в оружейной. Понял. Эй, ты! Ты человек? Я лейтенант Инглс из парка, ты в безопасности. Здесь больше нечего делать, нужно покинуть корабль. Успокойся, иди на взлетную палубу. Если ты не уйдешь, они тебя убьют. Thank you.